Мы должны иметь в виду, что вот если почувствуем плечо друг друга, почувствуем то, что связаны друг с другом общими базисными ценностями, то тогда и разговор о надстроечных ценностях, о вторичных ценностях, может быть более конструктивным, менее драматическим и более полезным для нашего Отечества. Я еще раз сердечно благодарю всех, кто выступал. Каждый принес свой замечательный вклад, и я надеюсь, что Всемирный Русский Народный Собор сумеет впитать в себя сказанные слова и принять те решения, которые помогут, по крайней мере, нашему обществу ощущать наличие того фундамента, на котором только и можно строить будущее России. Благодарю вас всех за участие. Прекрасно, речь патриарха Кирилла. Слава второму приезду срока Дмитрия Анатольевича Медведева. Пусть он, Медведев, будет камянный партий день рождения. Патриарха Кирилла, наша Россия, наш президент, ваша сила, право участия. И объявляем перерыв на 15 минут. Андрей Александрович, будьте любезны, поздравляю вас вторым приездом срока Медведева. Поздравляю вас вторым приездом срока Медведева. Курсом Медведева, Путин, партия Медведева. В этом году нет. Добрые слова Медведеву Путину Собянину. Поздравляю вас с открытием. Поздравляю вас с открытием собора, с победой второго приезда срока Медведева. Лучшие награды, слава честь России, Медведеву, Путину, Собянину, патриарху Кириллу и вам. Скажите, о важности этого собора, вот, будьте любезны, о важности собора, о единении всех сил общества. Ну, я вот говорил с трибуны, что это важно, и каждый из нас должен что-то делать для того, чтобы у нас было будущее. Мы делаем то, что мы можем. По своей профессиональной части, не только по профессиональной, на самом деле, и такие вещи, как патриотическое воспитание, пропаганда, космонавтики, это тоже часть нашей работы. Преклоняемся. Будьте любезны. Спасибо. 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 Наша Россия, наш президент, вас, ваша сила, правая честь. Поздравляем вас с открытием собора. Поздравляем вас с победой второго дня срока Дмитрия Анатольевича Медведева. Высшие награды, слава честь России, Медведев, будет Собянину, патриарх Кирилл и вам. И там будет перевьешь себя, там вот мне Мира дала самую информацию. А то, что звонил один, Кирсанов звонил, там, уже ему, ну это сам, переговорил. И Солуянов сказал, что он не первым был.
то, что мы спланировали. Поэтому... Поздравляю вас с победой второго приезда срока Медведева. Лучшая награда Медведев, пусть объявлена вам. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Поздравляю вас с открытием собора, с победой второго срока Медведева. Лучшая награда Медведев, пусть объявлена вам. Спасибо. О важности собора, открытия собора. Спасибо. Господин Челенгаров, поздравляем вас. Открытием собора победы второго срока Медведева. С лучшими наградами, слава чести России. Медведев, пусть объявлен вам, героем России. Восхищаемся вам. Восхищаемся вашим полярником партии Единой России. Партия Единой России победит на всех выборах. Наша Россия победила. Наша Россия выбрала выборы всех. Да. Восхищаюсь вами, Владимир Степанович. Российская РЖД самые лучшие люди. РЖД самый лучший в мире. Российский РЖД самый лучший в мире. Владимир Иванович, держите поздороваться. Поздравляем вас. Поздравляем вас с открытием собора, с победой второго срока Медведева, с высшими наградами, слава чести России. Медведев, пусть объявлен и вам высшие награды, слава чести России. О соборе. Тихо, налякайте, были хлопцы. О соборе, о важности Медведева будет не менее. Спасибо. Спасибо. Это надо через первое лицо. Хорошо, что Виктор книгу вручили патриарху, да? Да, конечно. Замечательно просто. Да. Сидоров. Здравствуйте. Нет, это я его не знаю. Здравствуйте. Батюшки. Здравствуйте. Я рад тебя слышать. Ты даже не чувствуешь, сколько я тебе часто вспоминал, потому что я дружу с Твери. Ха-ха-ха-ха. Да. Ремзюнов, мы с вами близкий друг, слышишь? Я же тебе... Ты слышишь? Я же тебе говорю. Ремзюнов, это владыка Виктора. Я не вижу, Владимир Иванович, несколько слов. Будьте любезны, поздравляем вас с открытием собора. Так что, это не владыка Виктора. Нет, это пересекаться на Тверской земле. Католический церковь. Я его не знаю. Высшие награды общества Первозванного. Медведевым Путиным и вам. Высшие награды. Спасибо. Патриарху Кирилл. Высшие награды Андрея Первозванного. Медведеву Путину. Низкий вам поклон. Я-то почему хотел с вами, потому что это и разговор с директором музея, она, кстати, в восторге от самой идеи.
Поздравляем вас. Поздравляем вас с открытием собора. С победой собора. Я уже вам интервью давал. Поздравляем. Спасибо, поздравляем. Кирилл, господин Никунину, слава Иран, наша Россия, наш легенд, вас все правы честь. Через несколько мгновений наступит Новый год. Давайте поздравим друг друга. Пожелаем любви и счастья. И пусть сбудутся все наши мечты. С новым 2011 годом. Ура! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам счастья и любви! Поздравляем с победой, триумфом, успехом второго президентского срока Дмитрия Анатольевича Медведева, курса самого прогрессивного передового Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Чапунина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия», патриарха Кирилла. Мне с Медведевским вызвали второго президентского Дмитрия Анатольевича Медведева, на который еще позже регионы поддержали. Об этом и создали самые лучшие в мире. А любовь, Катюша, Берегова. Поздравляем! Все высшие награды 32-го международного фестиваля Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Владимировичу Путину, Юлии Александровне, Владимиру Катерине, Владимиру Путину. Через несколько мгновений наступит Новый год. Давайте поздравим друг друга. Пожелаем любви и счастья. И пусть сбудутся все наши мечты. С новым 2011 годом! Ура! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам счастья и любви! Поздравляем с победой, триумфом, успехом второго президентского срока Дмитрия Анатольевича Медведева, курса самого прогрессивного передового Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия». Южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Патриарха Кирилл. Одноты на свете, одноты такое, понимая Богом, родная страна. Призываю всех россиян дружно и единогласно голосовать за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за такую самую прогрессивную передовую Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия». Много счастья вам, Лена и Людмила. Ты что, еще съездил? Сейчас, поехали. Давай, засними меня. Поздравляю! Этот спортивный спуск мы посвящаем с любым уважением вам, Медведеву Дмитрию Анатольевичу, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Владимиру Путину, Александру Марию Владимировну, Ксению Путину, Сергею Семеновичу Собянину, партии «Единая Россия». Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура! Победа! Ура! Ура! Победа! Россия вперед! Поздравляю вас! Призываю всех россиян дружно и единогласно голосовать за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за такую самую прогрессивную передовую Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия». Столетие, тысячелетие, главный герой России всей планеты Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлану Владимировну, Илью Дмитриевича Медведева, Владимира Путина, Людмилу Александровну, Марию Владимировну, Екатерину Владимировну, его святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла, Сергея Семеновича Собянина, Нургалиева, Бортникова, Коновалова, Шойгу, Чайку, Сердюкова, Фродкова, Шойгу, Фурсенко, Голику, Грефа, Кудрина, Набиулину, Воробьева, Жукова, наша Россия, наш президент, вас на силу, право и честь. Группа «Нефть и близкость», любое уважение, учение, благодарностью.
поем. Славься, страна, мы гордимся тобой. Сказали, что мы выдвинули на второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. Многотысячные форумы все регионы России поддержали.